Здравствуйте, друзья! Здравствуйте всем тем, кто любит хоккей. Эту самую лучшую, самую замечательную, самую яркую, самую динамичную, самую сложную и одновременно самую простую всеми нами так любимую игру. Я Александр Кузьмак, и я с удовольствием приветствую всех вас, всех тех, кто сейчас находится в этом замечательном, северном, удивительно теплом городе Норильск, и всех тех, кто смотрит этот матч в других уголках нашей страны. Я приветствую вас на пятом благотворительном хоккейном матче между командой ночной хоккейной лиги Норильска и командой легенды хоккея, которые сейчас начнут появляться здесь на льду Дворца спорта «Арктика». Ну, первыми появляются хозяева, подопечные Александра Тимченко. И самое время представить, конечно, команду хозяев. 77-й номер Николай Уткин, 19-й номер Геннадий Агибалов, номер 91-й Евгений Никитин, Рамиль Аскаров, номер 7-й, Валерий Кустиков, номер 63-й, Василий Прудковский, номер 22-й, Андрей Гуляев, 23-й, Станислав Петров, 33-й, Александр Никифоров, номер 16-й, Денис Кононов, номер 60-й, Денис Зиновьев, номер 20-й, Владимир Белов, номер 80-й, тут я догнал судью-информатора, Роман Борисов, номер 10-й, Валерий Богачев, номер 13-й, Вячеслав Дегтярев, номер 2-й, Виктор Филиппов, номер 18-й, Вячеслав Коростелев, номер 66-й. Александр Лихач, номер 44-й. Виталий Фомин, номер 9-й. Василий Сорокин, номер 55-й. Геннадий Путанов, номер 8-й. И под номером 17 Фандамис Хамантинов. Состав команды Норильска. Я должен вам сказать, впрочем, об этом чуть позже. Сейчас на льду появится команда легенд хоккея. А вот после этого несколько своих личных впечатлений о том, что я сейчас вижу, честно говоря, искренне поражен тем, что вижу. Итак, Владимир Семенович Мышкин, или Владимир Мышкин, потрясающий, выдающийся олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады 81 года, один из тренеров команды легенды хоккея. Рядом с ним будет Сергей Макаров, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады 81 года, Кубка Вызова 89 года, Сергей Макаров. Ну и сам Як-15, лучший игрок суперсерии 72 года, великий спартаковец, семикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Еще одна легенда сейчас появится, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, генеральный директор ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Член тройного золотого клуба, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли в составе Колорадо. Вице-президент континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский. Еще один член тройного золотого клуба, Александр Могильный, олимпийский чемпион 88 года Калгари, обладатель Кубка Стэнли в составе Нью-Джерси, чемпион мира. Ну и теперь Андрей Коваленко, еще один олимпийский чемпион, обладатель еще одной блестящей карьеры как в Советском Союзе, в России, так и в Национальной хоккейной лиге. Олимпийский чемпион теперь уже Альбервилля, Алексей Жамнов, серебряный призер Нагана, так же, как, кстати, Андрей Коваленко. Еще один олимпийский чемпион и член тройного золотого клуба, тоже, кстати, в составе Колорадо, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира многократный, Алексей Гусаров. Теперь Вячеслав Буцаев появляется на льду, он здесь уже был, принимал участие в награждении, тоже олимпийский чемпион и чемпион мира.
еще один олимпионик, Виталий Прохоров, олимпийский чемпион Альбервилля. Он сегодня под 27-м номером. Вице-президент КХЛ, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов под 76-м номером. Чемпион мира и чемпион Советского Союза Юрий Леонов, номер 32-й. Двукратный чемпион России Олег Шаргородский, которого болельщики также прекрасно помнят. Кого они здесь не помнят? Всех помнят, и я думаю, что даже те, кто не совсем со стажем, но тем не менее, этих людей не помнить невозможно. Как можно не помнить Сергея Шепелева, сделавшего хет-трик в финале Кубка Канады 81 года, олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира. Игорь Мишуков, чемпион СССР, обладатель Кубка Шпенглера, старейшего клубного турнира Европы. Многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады 81 года и многократный чемпион СССР Ирак Гимаев, 18 номер. Двукратный чемпион России и двукратный чемпион Словакии, словацкого чемпионата Роман Ильин под 91 номером. Двукратный чемпион России Динамовец, чемпион молодежного, победитель молодежного чемпионата мира Ильдар Мухаметов под 72 номером. И второй голкипер команды Богдан Цонич под 20 номером. Вот такие сегодня команды встретятся в благотворительном хоккейном матче. А у меня сейчас, не знаю, успею или не успею, наверное, уже по ходу встречи скажу вам об этом. Но поблагодарить тех болельщиков, которые пришли на эту встречу. Да, сейчас самое время, наверное, это сделать. Удивительная атмосфера. Вот поверьте, это не пустые слова просто, и никакого ложного пафоса здесь нет. Российского болельщика, да и любого болельщика просто так же не обманешь, правда? Ведь когда ты комментируешь не первый, не второй, не пятый, даже не десятый благотворительный матч, а проходит их по стране много и с участием наших выдающихся великих хоккеистов, когда ты видишь, что трибуны битком, а они битком. Вот просто я свободных мест практически не вижу. Но если только кто-то опоздал там или в буфете ест какой-нибудь вкусный беляш, который... Кстати, тут много и всяких разных закусок, и все очень уютно, все очень красиво, гостеприимно, тепло. И куча болельщиков на трибунах, очень много детей, все очень здорово организовано, без лишнего пафоса, но с достаточным пафосом и уважением к тем людям, которые сегодня находятся на льду, причем в составе обеих команд. Неподдельный интерес, он никаким образом, наверное, ничего с ним не сделаешь. Если он есть, то он есть. И вот в тех городах, где он есть, а в Норильске он, очевидно, есть, это сразу заставляет всякий раз думать о том, что, ребята, давайте именно здесь развивать хоккей. Вот именно там, где люди с удовольствием приходят, с любопытством и смотрят на то, что происходит вот сегодня на льду. Кстати, к слову говоря, некоторое время назад, примерно часа два, наверное, назад, в... В спортхолле «Айка», новом сооружении для Норильска, ну, относительно новом, конечно, относительно, скажем, той же самой «Арктики», так вот, там прошла то, что теперь называется модным словом «паблик ток», хотя я бы это назвал просто встречей с болельщиками. Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Александр Якушев и Сергей Макаров отвечали на вопросы простых ребят, болельщиков, причем самых разных, с разными вопросами, с разными интересами. Кто-то спрашивал о том, как готовить игроков и что надо делать, чтобы стать таким, как Макаров. А кто-то просто спрашивал, кто ваш любимый игрок или как нам победить злосчастную для нас сборную Финляндии, которую мы так давно не обыгрывали. Ну вот в этом составе этой сборной легенд хоккея есть люди, которые помнят многие наши победы над финнами, в частности, великую победу в Нагано. Образца 98-го года, и хотя в этом составе сегодня нет ее главного героя Павла Буре, но тем не менее здесь и Андрей Коваленко, здесь и тот же самый Алексей Жамнов, и Валерий Каменский. Так что, ну, в общем, эта команда, она действительно полна звезд по-настоящему первой величины. Довелось, вот сейчас мы их, собственно, видели на своих экранах, вот он, Алексей Жамнов. Под 14-м номером, тоже поиграл под разными номерами, но так или иначе провел фантастическую карьеру, был одной из звезд в НХЛ, поиграл и за Виннипег, и за Чикаго, и везде был звездой. Обладатель
я бы сказал, не обладатель, а он принадлежит еще к одному золотому поколению московского «Динамо» начала 90-х годов. Успел сыграть за олимпийскую сборную нашей страны в 92-м году и стать олимпийским чемпионом. Потом продолжил свою карьеру уже в Национальной хоккейной лиге. Здесь про каждого из игроков можно, и с каждым связаны свои воспоминания. У кого-то вот с Александром Гуськовым, у кого-то с Александром Могильным. Ну, это вообще абсолютно уникальнейший хоккеист. Алексей Гусаров, обладатель сумасшедшей силы броска и мощный, высокий защитник. Заканчивается раскатка, и сейчас через буквально несколько секунд уже команда выстроится на синих линиях, и состоится приветственная церемония с участием главных лиц города Норильска и горно-металлургической компании «Норильский никель», разумеется. Ну, а затем, после приветственных слов, мы, собственно, перейдем к самой игре и просто получим удовольствие от происходящего. Потому что вот такие матчи при таком стечении болельщиков, они просто по-другому проходить не могут. Правда, говорю вот вам, как человек, который комментировал их много, бывали и пустые трибуны, бывали и такие, я бы сказал, вполне официальные вещи какие-то, даже полные официоза. А вот здесь этого нет. Здесь, во всяком случае, этого не чувствуется. А это очень важно. Итак, Дмитрий Владимирович Карасев, глава города Норильска, появляется на льду, на ковровой дорожке. Старший вице-президент публичного акционерного общества горно-металлургической компании «Норильский никель», руководитель Норильского дивизиона, директор заполярного филиала Николай Николаевич Уткин. Он сегодня в матче принимает участие. Ну и сам двукратный олимпионик, семикратный чемпион мира, участник суперсерии, ее лучший игрок 72-го года, Александр Сергеевич Якушев. Добрый вечер, дорогие друзья!
Николаю Уткину, спасибо Александру Якушеву. А сейчас гимн Российской Федерации. Акапелла, что приятно, исполнил сводный хор Норильской детской музыкальной школы. Ну и через несколько минут начнется встреча. В очередной раз диктор-информатор объявляет о том, что эта встреча носит благотворительный характер, и средства от нее будут увеличены компанией «Норникель» и направлены на поддержку детско-юношеского спорта Норильска и Дудинки. Ну и сейчас, после традиционного обмена вымпелами, состоится символическое выбрасывание. Будут соблюдены все важные правила проведения благотворительных матчей. Алексей Касатонов и Александр Якушев. Дмитрий Карасев, Николай Уткин. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член зала славы Международной Федерации хоккея Алексей Викторович Касатонов. И старший вице-президент публичного акционерного общества горно-металлургическая компания «Норильский Никель», руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала Николай Николаевич Уткин. Без этой песни не должно обходиться ни одно соревнование, хоккейное соревнование, тем более такого уровня. Итак, ну вот теперь все необходимые торжественные формальности соблюдены. Ну и самое время обратиться к самой игре. Судят сегодняшнюю встречу арбитры ночной хоккейной лиги Иван Душмаков, Александр Киреев. К ним подъехали так, поддавить сразу, да, но это я шучу, конечно, но тем не менее. Андрей Коваленко, он может поддавить кого угодно. Он человек большой во всех смыслах, но с настоящим чувством юмора при этом, хотя и очень-очень открытый, честный, искренний. Ну и посмотрим, кто начнет встречу у команды легенд хоккея. Вижу Ковалева, Жамнова, Каменского, Гуськова и Касатонова. Ну и в воротах, естественно, Ильдар Мухаметов. Посмотрим у команды Норильска. Уткин, Никифоров, Аскаров, Гуляев. И Кустиков. В воротах команды, ну, вот сейчас нам скажут. Денис Зиновьев, 20 номер. Ну, встреча началась. И Валерий Каменский шайбу входит в зону. Ну и здесь Александр Могилин не совсем удачно ее сам себе подработал, вернул ее на синюю линию. Гуськов. Ну и наброс в сторону ворота, неплохое подставление. Непростое для вратаря. Валерий Каменский подставлял клюшку. Ну и посмотрим, на какой скорости будут играть в первую очередь норильчане.
Вот отсюда уже поворотом не бросить. Прострел неплохой, но позиция для броска не очень удобная. Мухаметов справляется с броском, а этот бросок уже сам не очень удобный. А вот второй бросок. Очень даже ничего себе. Александр Никифоров забрасывает шайбу низом в дальний угол. Мимо щитка Ильдара Мухаметова. 1-0. Хозяева повели. Всегда в таких матчах вратарям сложнее всего. Вы же понимаете, доводилось комментировать даже матчи всех звезд национальной хоккейной лиги. И вот там, когда куражатся звезды, они сегодня обязательно будут куражиться. Одновременно с этим вратари-то работают на полную катушку. Выиграли вбрасывание легенды. Коваленко на синей линии. Пас вперед Буцаев. И бросок Буцаева. Так даже не стал садиться на колени Зиновьев. Гимаев шайбу перехватил. Прохоров. Упал Борисов, но без нарушения правил. Сам потерял равновесие. Снова Прохоров. Видимо, Виталий в хорошей форме. Так, через правый фланг ускорился. Будет простреливать. Нет, сделал передачу на пятачок. Буцаев и не доходит шайба до Андрея Коваленко. Прохоров назад на Гусарова. Гусаров, ну, хорошая передача по замыслу, но внимательно защитники. Пас вперед. Нет, здесь немножко не хватило координации. Не стали арбитры фиксировать офсайд. И вообще правильно, не надо его сегодня фиксировать. Тут Борисов, так, в общем, человек, играющий под 10-м номером, должен демонстрировать дриблинг просто по определению, да? Никитин. Передача вперед. Ну что, с неудобной руки будет бросок. Да, неплохо так, верхом. Это Футанов бросал поворотом, вернулась шайба назад. Пора меняться в команде легенд. Так, кто у нас появился на льду? Так, это Мишуков. Не бросает, не бросает. Передача хорошая какая. Да, и здесь уже молодец вратарь Шепелев. Подставлял клюшку. Мишуков, Шепелев, Леонов. Ильин. Так, вот через левый фланг Леонов. Опоздал немножко с передачи. А все, уже теперь нельзя входить. Да, и нет. Ну, офсайд, конечно. Грандиозный офсайд. Шаргородский заехал в зону. Гораздо раньше Шаргородский, да, отдает шайбу арбитру. Ну и остановка игры. Вбрасывание будет в средней зоне около синей линии команды Норильска. Очень хорошо. Очень хорошо все организовано. А вот она шайба. Да, хороший бросок. Такой очень нацеленный бросок в дальний угол низом. И уже сел на колени Мухаметов. Трудно было здесь так двигаться, а здесь не поняли немного друг друга. Есть легенд. Такое тоже случается. Мишуков шайбу потерял, но молодец, сейчас тоже снова доберется. Прибавил ногами, добрался до шайбы первым. И прям хорошая такая позиционная карусель начинается. Прострел вдоль ворот, нет. Ильин попадает в коньки. Но сейчас посмотрите, как активизировались хоккеисты легенд. Никто здесь специально, поверьте, вот так, чтобы специально кому-то прям вот отдавать преимущество или изображать игру в хоккей, ну, вообще это для и для той или другой команды, это такое своеобразное неуважение соперника, что ли. Поэтому никто этого специально делать не станет. Нет контактной борьбы, разумеется. Ее и не должно быть. А во всем остальном очень много мыслей игровой. Шепелев. Прекрасная передача. И 1-1. Передачи Сергея Шепелева. Шайбу забросил Юрий Леонов, номер 32. Ну и Шепелев, там есть еще автовторой передачи. Сейчас мы с вами повтор увидим. Красиво. Сергей Шепелев, представитель золотого поколения 80-х московского «Спартака». Вот еще одна хорошая атака. Но здесь у Каминского шайбу с крюка сняли. Да, Роман Ильин, автор первой передачи. И Олега Шаргородского, номер 26-й. Шайбу забросил Юрий Леонов, номер 32-й.
Юрилёна автор шайбы, но здесь не Шаргородский, здесь Шепелев, конечно, отдавал. Продолжается атака. Жамнов, ну, не стал бросать, понятно, сразу бросать там, в общем. Но главный тренер сборной России, по-моему, сегодня тоже хочет забить. Жамнов. Передача на Могилева. Могильный, ну, да, в... Так сразу и хочется сказать, что вот Александр Могильный в такой ситуации в ближнюю девятку попадет, не глядя просто, даже с такого угла. Фомин, нет, не прошла передача, сейчас можно контратаковать. Жамнов, увидит Жамнов? Нет, не увидел Могильного, здесь Касатонов бросок, подключился Алексей Касатонов. Здесь не было нарушения правил. Касатонов, Жамнов, передача назад на Гуськова. Снова Гуськов. Хорошо. И вдоль ворот. Ну и еще Касатонов. И не забил. И ведь не забил Жамнов. И там вратарь, по-моему, спас. Какой момент сейчас был у звезд. Вот сейчас Жамнов просил прямо шайбу. Делает передачу на Могильного. Ну, человек, который забросил 76 шайб в одном из сезонов Национальной хоккейной лиги. Качество броска никуда не делалось. Как с неудобной поднял легко шайбу. Александр Могильный, один из величайших бомбардиров в истории, снайперов, вот так вот, точны, в первую очередь, в истории советского и российского хоккея, чемпион мира среди молодежных команд, великой команды 89-го года в Анкоридже, тогда, когда и состоялась, и, к сожалению, так и не раскрылась впоследствии. Фантастическая по потенциалу тройка Буре, Федоров, Могильный, потом в основном из-за... злосчастных коленей Павла Владимировича, которые не давали просто ему жить спокойно всю его карьеру. Эта тройка так толком и не сыграла. Но вот на том чемпионате Александр Могильный, будучи капитаном команды, фантастическую игру показывал. Да все звено показывало тогда фантастическую игру. И Буре, который стал самым ценным игроком, и Могильный, забивший больше всех. И при этом еще и совершенно фантастический гол канадцам забил. Обязательно посмотрите гол Могильного канадцам образца 89-го года. Прям стоит того. Смотрите, как завелись-то хоккеисты Норильска. Проброса не будет. В игре Зиновьев. 2-1. Легенда выигрывают. Матч проходит по правилам 20 минут грязного времени, так называемого. То есть время не останавливается. Да, собственно, игра не останавливается. Обратите внимание, остановки только после того, как шайбы забрасываются. В случае нарушений, скорее всего, буллиты. Ну и тоже мы рассчитываем, что прям специально их не будет. Если только как раз специально они будут для того, чтобы кто-нибудь этот буллит исполнил. Такие случаи тоже бывают. Запрессинговал тут Буцаев соперника. Хороший перехват. Ну, тут можно, в принципе, было бы удалять, если бы этот эпизод не был бы доигран до конца. Фомин все-таки бросил по воротам. Гусарова тоже все в порядке с движением. Прохоров. Хороший перевод. Гусаров. И не видит он, что его атакуют. А шайбу у него сняли с крюка. Кутанов. Ну, передержал немножко шайбу. Надо было на дальнюю штангу отдавать уже. А теперь уже Коваленко. Пас вперед на Прохорова. И смена идет по ходу у легенд. Они тут вдвоем. Ну и здорово, что не удалось. Да, нет, шайба-то не прижал шайбу Зиновьев. А Коваленко практически обыграл уже вратаря. Но вратарь молодец, справился. Лег на лед, а Шепелев... Ну тут самому надо бросать. Да, молодец еще раз Зиновьев. Сейчас прям простил Сергей Шепелев. У нас два Сергея Михайловича, Сергей Шепелев и Сергей Макаров. Макаров на скамейке, Шепелев в игре, Ильин. Пока это звено выглядит, я бы сказал, поярче остальных. Леонов. Ну, как работают, посмотрите. По-прежнему все в порядке, вся техника, весь класс игры. Да, уже не те скорости, конечно. Но уровень катания по-прежнему, уровень владения шайбой. Просто получаем удовольствие. Вот сейчас Шепелев шайбу потерял. Поборолись легенды за нее. И сейчас Футанов. Ну, ему дадут убежать, наверное. А может, и не дадут. Бросок. О, какой бросок! Да, в общем-то, и решение это было очевидное для Футанова. Но очень здорово с кистей в дальнюю девятку попал. 2-2.
Тут и не скажешь. В общем, особо не оставил ты вариантов, по-моему, Гусаров для Путанова, для того, чтобы кто-то обыгрывал или что-то такое. Какие-то еще у него были варианты продолжения этой атаки. Тут сблизился с вратарем на достаточное расстояние, из кистей очень здорово зарядил дальнюю девятку. Вот давайте еще раз посмотрим. Да, вот, ну, знаете, как говорят в таких случаях, это только был не Гусаров, это был Олег Шаргородский. Вот, посмотрите, как говорят в таких случаях, оставляет игрока как бы один на один с вратарем. Конечно, может быть, в какой-то другой ситуации в этом и не было необходимости. Так, ну, сейчас будет уже, ну что, будет счет 3-2? Нет, не будет. А может и будет. Нет. А может быть, нет. Нет, нет и нет. Сергею Шепелеву забить пока не дает сегодня. Он так даже в сердцах, по-моему, меняться поехал. Молодец, Зиновьев. Здорово сейчас вот в воротах просто. Очень хорош. Давайте еще раз смотреть. Ну, тут Мишуков, да, почти обыграл. Зиновьев, посмотрите, поднялся. Защитники подстраховали. Посмотрите, ну, казалось бы, все, Шепелев, забивай, не хочу. Да ну, елки-палки, не получилось. Будут ли пробросы у нас сегодня? Нет, не будет. Гуськов вернулся за шайбой. И появляется... Сейчас Каменский набирает скорость, шайбу получает. Ну, скорость сумасшедшая. И гол потрясающий. Ну, еще один феноменально техничный игрок. Вот, понятно, что это все звезды. Но вот такие люди, как Валерий Каменский, посмотрите, какое удивительное качество катания. Эти вот его эстетика движений Каменского. Тоже вот для тех, кто интересуется хоккеем и хочет посмотреть Каменского тогда, когда он был прямо в самом расцвете. Вот этот гол посмотрите и обратите внимание на гол Валерия Каменского. Кубок Канады, 87 год. Вторая игра. 5-4 счет в пользу канадцев. И Валерий Каменский на последней минуте второго матча сравнивает счет. Мы, к сожалению, 5-6 эту встречу уступили. Но гол Каменского в этом матче один из самых ярких голов вообще в истории советского хоккея, на мой взгляд. Вот он снова шайбой. Так, кто бросать-то будет? Бросать будет Могильный. Ну, Могильному не очень удобно было бросать. Удобнее было бросать Алексею Жамнову. Но Жамнов так из духа коллективизма действовал здесь. Гуськов, Могильный. Могильный очень хорош, как ассистент тоже. Каменский вторую подряд забивать не стал. Когда мы вспоминаем про достижения Могильного, опять же, мы знаем, что он очень много забивал, но при этом он очень был хорош и как ассистент тоже. В общем, наверное, по-другому и быть не могло, по большому счету, в те времена советского хоккея. Снова Жамнов. Каменский. Молодец, Зиновьев. Просто MVP, безусловно, первого периода. Это голкипер команды Норильска. Денис Зиновьев уже столько моментов, где он свою команду выручил. Броски не очень сильные, но они же все точные. Это же все нужно отражать. Снова Могильный. Пожалуйста, снова Зиновьев. Блин, Могильный в дальнюю девятку бросал. Нацеленно. Денис Зиновьев. Когда тебе поворотом бросают, смотрите, под блин бросал, даже не под ловушку, не под блин, а бросал, нацеленно бросал Каменский. И в следующем же эпизоде Могильный в девятку. Здорово, молодец, вратарь. Такие люди тебе бросают. Гусаров. Ух, катание, да, Гусарова. Передача опять у него диагональ не прошла. На Прохорова. Так, Никифоров. Ну, на этот раз Мухаметов выкатился, сократил угол, не дал себя обыграть простым кистевым броском. Перед два легенды впереди. У нас заканчивается, хотя как, еще не то чтобы, еще 8 минут играть. Смотрите, какое ускорение делает Прохоров. Снова Виталий Прохоров с шайбой. О, какой прекрасный дриблинг у него. Ну, тут уже самому надо бросать. Да, вот только Виталий не забил опять, да. Обыграл практически всех, кто попадался на пути, кроме Зиновьева. Гимаев.
Не поняли друг друга Прохоров и Буцаев. Ну, а здесь Уткина, наверное... Да, хватило скорости для того, чтобы до этой шайбы добраться. И прострел прекрасный. Но здесь уже Мухаметов команду выручает. И кто скажет, что в этой ситуации кто-то кому-то, да, дает слишком много. Да, безусловно. Без силовой борьбы. А все остальное, все через пас, все через мысль. Гусаров. Ускоряется Буцаев. Но шайбу получает Коваленко. Сам входит в зону. Пас в центр на Прохорова. Немножко назад эта передача получилась. И ускорение. Ну, тоже можно было и 2 минуты дать. И вот судьи руками разводят. Ну, ладно. Ну, не 2 минуты, конечно, а удаление свистнуть. Прохоров, Коваленко, Буцаев. И опять браво, Зиновьев! Просто бурные аплодисменты. И Прохоров был там, где нужно. И передача пришла ему точно в клюшку. Но Зиновьев очень уверенно переложился и положил щиток на лед. Свою команду выручил. Ну, тут сейчас Мишуков. Ну-ка, как со скоростью? Тут все в порядке со скоростью. И гол прекрасный. Да. Игорь Мишуков. 4-2. Сегодня, по-моему, звезды не намерены. Во всяком случае, пока. То есть так намерены показать, что все в порядке. Порох в пороховницах есть. А сейчас вы видите, наверное, за мной с Прохоровым разговаривали. Ну как же Виталий-то не забил? Ну а здесь посмотрите. Игорь Мишуков, 30-й номер. Тут еще надо понимать, что это ведь матч, хотя и благотворительный, но с другой стороны играет команда. Так, сейчас досмотрим момент до конца. Это гол, и поэтому не будет удаления, а... Нарушал правила, по-моему, Валерий Каменский. Но он сознательно нарушал. Нет, не Каменский, Лин. Роман Лин нарушал правила. Но никакого штрафного броска не будет, поскольку состоялся гол. По-моему, это Владимир Белов. Да, Владимир Белов, автор шайбы. Ну, давайте еще раз смотреть. Да, здесь Ильин немножечко так неудачно сыграл, да, нарушал правила. Но Владимир Белов своим шансом воспользовался. Здесь хороший пас на Мишукова. На левом фланге открывается Леонов, Шепелев. Шепелев очень хочет забить. Посмотрите, сколько бросков. Ну... Здесь гол, здесь Зиновьев ничего сделать не мог. Просто был отыгран в этой ситуации. И Мишаков еще такую паузу держал. Ну, ворота пустые, надо было забивать. Он предъявляет претензии своим игрокам. Как раз тут не совсем удачно сыграли на рельчане в обороне. Такой прям сверхопасности не было. Вот посмотрите, как же хорош Зиновьев. Да, и не повезло немножко. Шайба попала после броска Шепелева в голкипера Зиновьева. Затем отскочила, по-моему, в Леонова. И в результате друг другу помешали защитник и вратарь. И Мишуков спокойно в пустые ворота шайбу забросил. 5-3. И вновь потеря. По-моему, подустали немножко хозяева. А вовсе даже и не гости. Посмотрите, как Жамнов легко шайбу отбирает. И опять Зиновьев читает игру. И очень здорово играет клюшкой. В этой атаке. Прострел немножко запоздал. Тут Сатонов успевает накрыть нападающего. И бросок в дальний неточный. И этот пас прекрасен на Могильного. Могильный здорово выводит на бросок Жамнова. Снова Могильный. Жамнов. Пас назад. Могильный. Да. Могильный, Жамнов и Каменский просто здесь что хотели делали. В конечном итоге забил Александр. Мог забивать и Алексей Юрьевич, мог забивать и Валерий Каменский. У Могильного это вторая шайба в матче. Вот опять же, Александр Могильный, знаете, когда-то, когда он только уехал в Национальную хоккейную лигу, будучи игроком
ЦСКА, ну вы все помните эту историю с его побегом, разумеется, и много о ней писалось, и сам Александр много о ней рассказывал. Вот по ощущениям тогда он очень мало давал интервью, и что здесь, ну, а здесь практически сразу отвечают хоккеисты команды Норильска. На пустые ворота выводит Николай Уткин, и счет становится 6-4. Ну, неплохо так для первого периода, результативность у нас. Проход совершил, встречать его прямо так жестко не стали. Ну и сейчас опять увлеклись так на римчане атакой. Могильный, ну что, хет-трик. Рано еще, хет-трик это еще первый период, уже две забросим. Так вот, возвращаясь, довелось совсем чуть-чуть пообщаться с Могильным в автобусе, когда ехали из аэропорта. Мы с ним как раз никогда не были знакомы. Но Александр произвел просто удивительное впечатление, настолько легкий в общении, так по ощущениям, да, и при этом с чувством юмора, какой-то такой очень приятный человек, с которым очень приятно общаться. Это далеко не всегда так, поверьте. Люди разные, с разным характером. Сатонов вернулся назад. Ну, нет, это с внешней стороны шайба. Продолжается атака теперь уже левым флангом. Хамадинов. Прострел. Обратите внимание, ни единой остановки. Так, Могильный. Так, ну никто. Так, ну, он смотрит. Смотрел, смотрел. Вообще думал, кто-нибудь побежит за мной и сам шайбу потерял. Каменский. Жанов. И пас на Каменского. Я вначале хвалил другое звено. Могильный. Жамнов. Ну вот теперь Алексей Жамнов забивает. Обратите внимание, не столько на то, да, понятно, что все легко, но каждый из игроков четко знает, где он должен быть. Алексей Жамнов, классический центральный нападающий, забивает с места центрального нападающего с помощью своих легендарных двух краев, которые у него сейчас на льду присутствуют. Валерия Каменского и Александра Могильного. Каждый из них в свое время представлял фантастическое по... Не знаю, по эффективности, по эффектности звено. Раз, два, три, четыре. Четыре движения. А что у нас здесь? А здесь Прохоров. Нет, просто, ну, Зиновьеву просто маленький такой памятник надо поставить изо льда. Хотя бы высечь фигуру. Тут так много по Норильскому стоит. Он просто прекрасен сегодня в первом периоде. У нас тут нет счета бросков, но очевидно совершенно, что он это заслужил. Один только Прохоров сколько вот уже не забил. И Шепелев сколько не забил. Вот Гусаров сейчас не забил. Коваленко. Нет, руки-то у Андрея Николаевича очень физически силен. Посмотрите, не потерял шайбу все равно. Да, уже... Скорость не та, но тем не менее шайбу-то держит как. А это Прохоров продолжает создавать сам себе и коллегам по звену моменты. И обратите внимание, как ведет себя аудитория. Публика как себя ведет. Это просто супер. Просто прекрасно. Бросок в дальний, штанга. Смена будет? Нет, не будет. Будет проброс, которого не будет. Мухаметов через борт. Все друг друга видят. Но тут Гусаров шайбу не остановил. И вот, пожалуй, впервые Мухаметов вынужден ее в ловушку ловить. Прохоров. Ну что, Виталий. Уже пора бы Виталию забить. Но он бросать сам не стал. Коваленко. Шепелев. Ильин.
набрал скорость, это уже интересно. Прохоров ждет передачи, дождется ли? Получилось еще красивее, но Коваленко стал обыгрывать. Нет, не Коваленко, Шепелев стал обыгрывать вратаря, не стал замыкать передачу. Пас неточный, так. Но там очень вовремя сменился Прохоров. Появился вместо него Леонов. Свеженький. И вот сейчас он держит шайбу. И, кстати, может быть, даст своим партнерам смениться. В последнюю минуту отработают и те, и другие. 30 секунд. 6-4. 7-4, прошу прощения. Так быстро меняется счет. 7-4. Мишуков. Леонов. Ин. 20 секунд. Мишуков. Ну, еще есть. Еще целых 13 секунд. Ильин. Бросок неточный. Но вот теперь, скорее всего, уже счет не изменится. 6 секунд. Нет, почему? Еще можно бросать, но Леонов не стал. Они просто не видят, видимо, что время заканчивается. А оно заканчивается. Закончилось. У меня, во всяком случае. А нет, еще, как выясняется, оно у нас отличается. А, ну вот, время периода окончилось. Сирена пропала. Ничего, сирена вернется, игроки тоже вернутся. Первый период закончен. Много шайб, много красоты на льду. А что еще надо для такой встречи? 7-4. Впереди легенды хоккея. Передохнут они, передохнем мы. Но жизнь здесь на арене во дворце спорта «Арктика» не заканчивается. И не останавливается, что самое главное. Даже не 100%, а на все 200%. Хотят нас сегодня обыграть. А мы тоже крепкие орешки, постараемся выдержать их темп. Они нам темп задают. Но пока вот мы выигрываем, посмотрим, что будет через два периода. Очень важна. И Норники в лице Владимира Олеговича Потанина находит возможности для поддержания массового спорта, но в то же время тратит миллиарды еще и не только на массовый спорт, но и на профессиональный. Поэтому вот такие матчи, они привлекают внимание болельщиков, привлекают внимание тех же родителей, чьи дети потом пойдут по стопам легенд. И я считаю, что это такие матчи надо проводить, это показательно для того, чтобы понимать, куда двигаться, если мы говорим о спорте, как двигаться. И вот это все, что мы делаем с поддержкой Норникеля, это, я уверен, потом все-таки скажется. Можно и нужно выращивать новых звезд, новых чемпионов. Это по силам. Я знаю, что здесь очень любят спорт, и не только хоккей. Поэтому считаю, что опять-таки с поддержкой Норникеля здесь будут новые чемпионы. И если надо, мы в какой-то степени поможем. Все честно.
передать, потому что такие события происходят, во всяком случае, у меня впервые в жизни. Поэтому мне не с чем сравнивать, когда играешь с людьми, которые завоевали для нашей страны все. Все, что можно. Мы просто испытываем удовольствие и наслаждаемся игрой. А как чувствуется превосход? Здесь сила большая. Ребят, ну они мастера. Это люди, которые с гордостью защищали название нашей страны на груди. Всю свою сознательную жизнь. Они профессионалы, они мастера. С ними приятно играть. А как готовились, тренировались? Очень серьезно готовились. Тренировались, готовились. Но нам надо всю жизнь готовиться, чтобы играть, как они. Вы слышите поддержку болельщиков? Они чисто за вас. Они ведут вообще не поддержку. Мы слышим болельщиков. Мы рады, что сегодня собрались такое большое количество болельщиков. Спасибо большое. Поддерживайте нас. Мы еще покажем. Спасибо.
Заполнению перерыва и церемонии открытия, действительно непростая работа.
ошибаются. И Александр Могильный, Валерий Каменский. И шайба не доходит до Алексея Жамнова. Ну что, ну пора уже что-то показывать и хозяевам. Ну вот что, собственно говоря, они сейчас и попытались сделать. Но Николай Уткин не смог замкнуть эту передачу. И сейчас очевидно, что дают шансы сейчас хоккеисты легенд так себя показать. Гуськов. Не стал терять шайбу. Хотя и защитник, но я имею в виду, что так, показал прямо дриблинг. Каменский. Подождал Жамнова. Снова Каменский. Могильный. Жамнов. Шайба пришла на крюк к Каменскому, прошла под клюшкой. Жамнов не забил, но атака 2 в 1. Даже сейчас может быть, ну теперь уже 3 в 2 она получилась. Нет, бросок не точный. Очень хотят забить норильчане, но пока немножко мастерство подводит. Вот Могильного оно не подводит. Жамнов. Причем очень характерно, конечно, владение коньками, клюшкой. Вообще вот то, что называется подход к игре у каждого из наших мастеров. Ну-ка сейчас... И сейчас Мухаметов не дает забить, но Каменский уводит шайбу с пятачка. Могильный пытался ногой коньком подправить шайбу на ход Каменскому. И пошла смена у хоккеистов легенд. Тут уже Гусаров нарушал правила, но арбитры... Ну так, это была такая попытка нарушить правила, я бы сказал. Если бы он нарушал правила, то момента опасного не было бы точно. Жамнов еще так и не покинул лед. Каменский. Передача не точная. Перехват. Дегтярев. Положение вне игры. Да, положение вне игры. 2,5 минуты сыграли команды во втором периоде. 7-4. Ну, когда матчи такие результативные, обычно, кстати, второй период самый нерезультативный. Так уж получается. Здесь, обратите внимание, еще команды не меняются пока, во всяком случае, воротами. Может быть, в середине матча это произойдет. Прохоров ну очень хочет забить сегодня Виталий. Пока не получается этого сделать. Снова Прохоров. Собрали у него шайбу и Прохоров. Палит так на Дегтяреве жестко. Посмотрите, да, Виталий так недоволен, что называется, происходящим. Ну, зато довольна публика. А это самое главное. Виталий Прохоров будет исполнять штрафной бросок. На нем были нарушены правила. Будет Виталий делать, просто бросать. Нет, никак ему сегодня Зиновьева не переиграть. 27 номер многие известные российские хоккеисты носили, в том числе все тот же Прохоров и Алексей Ковалев. Но вот сегодня 20 номер, настоящий вратарский 20 номер. Но здесь по полной программе, да, нарушил правила Дегтярев. Опять бросок под ловушку, но справляется Денис Зиновьев. Фомин, передача направо. Снова он шайбой. Вот отсюда можно бросать, бросок не получается. Отсюда можно забивать и тоже слишком долго доводили шайбу до броска. Какие из Норильска, назовем их так. Андрей Коваленко красиво обыгрывал, но уже не хватило немножко скорости. Может быть, уже к концу смены. Бросок рикошет, но после броска Фомина шайба в сторону не идет.
Осторожно. Здесь на смене ошиблись. Нарильчане. Прохоров тут шайбу не перехватил. Ну, попытка контратаки. Есть ли силы Уткина бежать? Да, есть. Передача. Уткин. Бросок в дальний. Реагирует Мухаметов. Хороший бросок в дальний угол. Низом. Снова Уткин шайбой. Паз вдоль ворот. На шайбу приходит коньки Гимаеву. Гимаев на Буцаева за ворота. Буцаев на Коваленко. Коваленко на Прохорова, но передача в коньки неудобная. И поехали меняться хоккеисты этого звена. А на лед выходит Ильин, выходит Леонов, выходит Шепелев. Остался пока на льду Буцаев. Это Леонов, это Шепелев. Бросок Шепелева неточный. Каргородский. А еще разок. Шепелев. И Мишуков еще появился на льду, да. Вот кого я не назвал. Вот Мишуков. Шепелев открывается и не принимает шайбу после броска, после передачи Мишукова. А так момент был бы идеальный. Даже еще и еще одну передачу под дальнюю сделать. Ильин. Мишуков. У него за спиной Леонов. Последний пас на Шепелева неточный. Хотя и разыграно красиво. И эта передача тоже до адресата не доходит. Но просто их настолько много, и вариантов так много у легенд хоккея, что ну не этот, так другой. Хамаддинов. Хорошее катание. Но передача не очень удачная. Ну здесь и гости, назовем их так. Здорово поджали соперника на чужой синей линии. Неожиданно там. Причем упал и еще раз упал. Может быть, уже от усталости. Агибалов. Очень тяжелая игра. Хоккей. Очень тяжелая. Очень непростая. Еще бросок. Она действительно очень тяжелая, очень энергоемкая. Очень большой выносливости требует. Шепелев. Мишуков. Мишуков. Ну, уже в какой-то момент надо было бросать и делать это раньше. А так, конечно, просто привезли шайбу к Зиновьеву, дали ему возможность совершить еще один сейв в сегодняшнем матче. Ну вот моменты создают, конечно, все. И обратите внимание, насколько у хоккеистов легенд это каких-то дополнительных затрат энергии не требует. Очень много точной, правильной игры в пас, очень много хорошего перемещения. Очень много открываний. Так, а теперь атака 2 в 1. Нет, не получится атаки. Шайба дошла до Мухаметова. Белов здесь не успевает. Хорошую шайбу Белов сегодня забросил. Смотрите, какая работа. В первую очередь работа рук. Здесь только с острого угла. И тут опять чуть-чуть не хватает для того, чтобы закончить эту атаку. Дегтярев. Передача. Очень хорошая передача. И хороший гол. Очень хороший пас Дегтярева. Отметим в первую очередь передачу через всю зону. Очень такую диагональ прекрасную вырезал на Коростелева. И Коростелев на дальней штанге стал автором шайбы. Смена вратаря у команды легенд хоккея. На льду появится Богдан Цонич. Богдан Цонич. Номер 20. Ну и счет 7-5. Молодцы, команда Норильска. Только появился, сразу вступил в игру. И число
играл. Очень хорошо ходит шайба. Ну, вот сейчас потеря. Хватит ли сил на контратаку? Нет, по-моему, уже не хватило у этого звена. А вот здесь Каменский. Ну, здесь Каменский, ну, у него так, поскольку он видит прекрасно все, и вариантов у него миллион, то в этой ситуации Валерий Каменский выбрал такой вариант. Вот такой бросок низом, аккуратный. По-моему, в домик попал Денису Зиновьеву. Он еще по-прежнему на площадке. Мне интересно, он, сменит ли его другой Денис, Денис Кононов. Ну-ка посмотрим, в домик, по-моему, все-таки. Очень резкий бросок. Игра остановлена. Александр Могильный оказался прямо на пятачке. Все в порядке с Могильным. Никто не пострадал. Ну, а здесь Касатонов прерывает очень опасную передачу. Каменский, Могильный, Жаннов, Касатонов. Бросок в дальний угол. Гуськов. Каменский. Ну что, есть шансы на контратаку. Никифоров и Уткин. Уткин и Касатонов в последний момент команду выручает. И Цонич здорово сыграл два раза. Только что вышедший на лед голкипер. Сначала Касатонов выручил своего вратаря, а потом и сам Богдан Сонич очень здорово в двух эпизодах действовал. И не дал себе забить, хотя шанс безусловный был. Жаннов, Каменский, Гуськов, Могильный, Касатонов, Могильный. С трудом, но кажется, удастся сейчас отбиться хоккеистам Норильска. Ему немножко не хватает движения, может быть, потому что там смены переигрывают, а может быть, просто потому что не хватает движения, потому что звезды хорошо готовы. Смотрите, как, какая игра в пас, и теряют друг друга хоккеисты сборной Норильска и Алексей Касатонов. Не самый результативный, но очень надежный защитник высочайшего класса становится автором заброшенной шайбы. И очень доволен, безусловно, этим фактом. Его партнер по великой пятерке Сергей Макаров поздравляет его. Нет сегодня здесь других хоккеистов этого выдающегося квинтета Игоря Ларионова и Вячеслава Фетисова. К сожалению, уже нет много лет с нами Владимира Крутого. Но забывать тех, кого уже нет, мы, конечно, не можем, не будем, и всегда будем их помнить. 9-5. Прохоров. Забьет сегодня Виталий? Нет, не получается пока никак. Вот поэтому, смотрите, как ускоряется. И, конечно, не без нарушений. Ну, конечно, с нарушением правил. На этот раз будет штрафной бросок уже в сторону ворот легенд хоккея. Нарушает правила Алексей Гусаров. Ну и штрафной бросок. Здесь, естественно, никто не будет 2 минуты сидеть. Правила проведения таких матчей таковы, что в таких случаях назначается буллит. Выполнять его будет Геннадий Путанов. Так, ну посмотрим. Будет ли обыгрывать или будет бросать.
шикарно. Ну, видно, что у Путанова есть такая серьезная хоккейная подготовка. Очень хороший бросок. Верхнюю девятку. Он сегодня, по-моему, туда уже одну шайбу забил. Очень качественный гол. И замаскировал свой бросок достаточно хорошо. И очень здорово руками с кистей направил шайбу в ворота. Растет счет у нас на табло, на нашем кубе. Здесь, и, естественно, наша графика компьютерная, которая дает результат. Видите, уже 15 шайб заброшено. 9-6. И только половина матча вот прошла совсем недавно. Емаев. Прохоров. Емаев. Переводит шайбу. Ну, вот сейчас Прохоров будет открываться под передачу на пятачок. Куда? А Гусаев не стал туда отдавать. Пас на Коваленко. И здесь Коваленко шайбу потерял. Попытка контратаки. Борисов. Борисов. Борисов бросает в коньки Немаеву. Не доходит шайба до ворот. Еще один бросок. Не точно. Ну, у Прохорова есть шанс на ускорение. Нет. Здесь уже и Виталий тоже ускоряться не стал. Пас вперед Буцаев. Прохоров. Передача в борьбу. Снова сейчас Прохоров получит шайбу. Снова Прохоров. Даже слово прием сейчас был от Виталия. Кусаров. Не поняли друг друга здесь звезды. Белов. Бросок. И, по-моему, первое вбрасывание у ворот легенд хоккея, вот, которое будет проводиться просто в их зоне. Еще и выиграли его хозяева. Передача на дальний левый фланг. Шаргоровский шайбу забирает и теряет ее. Ну, эта передача по замыслу хорошая, по исполнению так себе. Шепелев тоже сегодня еще не забивал. Ильин. Увел за собой игрока Леонов. И вот теперь сам же уже открывается под передачу. И сейчас Ильин получит шайбу снова. Ну и с очень острого угла будет бросать. Смена вратаря произошла. Появился Денис Кононов вместо Дениса Зиновьева. Зиновьев отыграл замечательный полматча. Если бы не он, счет был бы, конечно, двузначным уже давно у легенд. Передача вперед на Леонова. Леонов, набирающего скорость Мишукова. 2 в 2. Посмотрим, как разберутся сейчас легенды. Помогает им Шаргородский. Ильин. Шепелев. Мишуков. Вот нет, это Леонов. Вот теперь Мишуков, теперь снова Леонов, Мишуков, Леонов. До последнего будет держать шайбу, еще 30 секунд, еще можно, да, достаточно долго это делать. Шепелев. Ну вот Сергей Михайлович тоже тут подустал. Или просто, может быть, не совсем точно сыграл. Тут концовка периода, сейчас уже смены не будет, команда будет доигрывать в этих составах. Неточная передача и 20 секунд, ну, так формально говоря, время на одну атаку у легенд. Ну, нет, конечно... Не будет этой атаки. Просто вброшена шайба в зону. И на второй перерыв команду идут при счете 9-6. 15 шайб у нас заброшено. И второй период не очень результативным получился. Посмотрим, каким будет третий. Команда отдохнут. Ну и ждем самое интересное, самое сладкое третий период.
выкладываются по полной, достойные соперники. Я уже, если честно, не первый год в Норильске. Наверное, уже четвертый раз я сам лично приезжаю сюда. Очень много делается в этом городе для спорта, в частности, да, и Норникель поддерживает. И сегодня капитан команды сказал, что они вкладывали, вкладывают и будут вкладывать определенные средства для развития города и для развития спорта. Как вам норильские болельщики, многие за дружбу? Ну мы же сказали, мы соперники на льду, а в жизни мы друзья, правильно? Они радуются любому голу, неважно кто забивает, забиваем мы, либо забивает команда соперников, радуются все. Скажите, уровень норильской команды вырос, вот уже четвертый раз. А я не знаю, наверное, это наш ушел вниз, а у них вырос, да? Либо наоборот, но с каждым годом с ними тяжелее и тяжелее играть, потому что ребята действительно достойные соперники. Есть, которые очень быстрые, даже мы не успеваем ничего сделать. Я уверен, что они покажут достойный хоккей на финальных соревнованиях в городе Сочи. Спасибо большое. Приезжайте еще. Спасибо. Давите. Напряжение, большая ответственность. Как он играет против таких легендарных? Играется отлично. У нас задача не пропустить много шайб, чтобы не расстроить наших болельщиков. А как поддержка вам болельщиков? Поддержка мощная. Первый раз благодарить на матч? Первый раз. Ну как? Первый раз. Обычно мы сидели на трибуне и болели с нашей командой. Поэтому чувствуется очень серьезное нервное напряжение. Потому что с нами в команде директор, и мы играем за комбинат. Насколько нам хватает умения и сил. Потом идея, что матч благотворительный, и что дети пойдут на развитие детского спорта. Это нужно вообще для Норильска? Это нужно обязательно, чтобы дети занимались спортом, чтобы они были здоровые, чтобы они были увлеченные. С учетом нашей ситуации, спорт – это движение, это... А как Норильский любит хоккей? Норильский любит хоккей, здесь он занят с 8 утра, мы отсюда уходим без 15-12. Понедельник, среда, пятница. Чисто по-человечески, насколько сложно с ними играть? Они же все-таки легенды. Люди играют какие всю жизнь, да? Это, например, их посадить на наше место и сказать им, попробуйте поруководить предприятием, но тоже было так же тяжело. Они бы справились точно, но им было бы тяжело, как нам тяжело с ними пытаться даже сравняться. А вы их не профессионалисты. Спасибо. Поэтому у нас задача много не пропустить. Thank you.
Посмотрим, что будет. Третий период будет совершенно точно. Спасибо Дмитрию Дерунзу и под Калинку Малинку, которая играет во всех странах мира, где любят хоккей. Это очень круто. И это уже такая фишка, которая не имеет отношения уже, мне кажется, к России как таковой. Это просто супер мелодия, каких не так уж много в мире. Но, наверное, какие-то ассоциации есть. Там Хава Нагила, Калинка, еще какие-то вот супер мелодии, которые играются в том числе на хоккее везде. И в НХЛ, и в КХЛ, и где угодно. Итак, третий период матча благотворительного, пятого благотворительного хоккейного матча, который проводится здесь, в Норильске, в котором встречаются легенды хоккея и российского, и советского, и мирового против команды ночной хоккейной лиги из Норильска, собранные из хоккеистов, которые играют в хоккей здесь, в Норильске, которые работают в Норильске. Здесь, безусловно, должностные лица серьезные, которые, в общем, очень многое сделали для того, чтобы здесь спорт развивался, чтобы здесь хоккей играли не только взрослые дяди, не знаю, как насчет тети, но дяди точно, но и дети, что самое главное. И здесь сегодня прошел еще и такой детский, ну, турнир, не турнир, но тем не менее такое мероприятие для детей, в котором играли дети против команды, которую возглавил Валерий Каменский. Нет, Алексей Косанонов вот просто так кому-то, вот чтобы мимо него вот так шайба прошла. Он слишком сильный защитник, элитный, мирового уровня, всех времен и народов. Хоть и, конечно, немножко потяжелевший со временем. Но опыта никуда не делся. Все в порядке. И площадку видит отлично по-прежнему. Жамнов переводит шайбу назад на Каменского. И опять хоккеисты на диско просто отбрасываются. Но сейчас есть шанс. Нет, передача на Уткина не очень удачная. Не прям точно в клюшку от Коростелева. Ну, бросок ближний, а теперь еще один будет. Ну, и счет становится 9-7. Николай Уткин забрасывает вторую свою шайбу в этом матче, капитан. Что, вполне себе актуальная музыка, если иметь в виду погоню в горячей крови норильских хоккеистов за сборной легенд хоккея. Дадут ли они себя догнать? Но забивать иногда дают. Вы знаете, так, немножко отвлекаясь от самого хоккея, вот сейчас разговаривал тут с коллегами, с
со многими из тех, кто давно следит за хоккеем, бывал на соревнованиях самого высокого уровня, журналистов, я имею в виду это моего коллегу давнего, Павла Лысенкова, замечательного журналиста, много лет пишущего о хоккее в советском спорте. Да и не только с ним, вот общаюсь здесь и понимаешь, что когда такие вещи проходят, вот действительно, людям не все равно, люди получают удовольствие, а здесь Коваленко не забивает опять. Всю команду обыграл, но забить не смог. Так, ну и чем ответит хоккеисты Норильска? Бросок, и здесь вратарь в игре. По-моему, Маскаров бросал, не успел посмотреть номер. Нет, это был Путанов, все тот же. Коваленко, Прохоров. Еще раз Прохоров, передача на пятачок. Коваленко, нет, не заходит шайба в ворота. Гусаров. Прохоров. От двоих ушел. Буцаев. Вячеслав Буцаев сегодня не очень заметен, но передачу прекрасно отдает. Коваленко, удаление. Ну, то есть бросок будет штрафной, если только звезды сейчас не забьют. Гусаров. Решили, что надо все-таки провести этот... А, еще ворота сдвинуты, поэтому надо провести штрафной бросок. Кто будет бросать, не знаю. Коваленко, наверное. Я сказал удаление, нарушение, конечно, да, здесь нет удалений как таковых. Посмотрим, кому дадут. Да, Андрей Коваленко. Русский танк. Эдмонтон Ойлерс, Бостон Брюинс и еще целый ряд клубов. Великолепно играл за сборную России в Нагано в 98 году. Автор одной из шайб ворота сборной Финляндии. Мы все там про 5 шайб Буре помним. А там ведь и был гол Коваленко. Крайне важный. Но нет. Булеты сегодня. Сборная звезд, сборная легенд не забивает, как ни странно. И Прохоров не забил. И вот теперь Андрей Коваленко тоже не забил. Два олимпийских чемпиона. Одной и той же Олимпиады. 92-го года в Либервилле. Молодец. Голкипер Кононов не купился на этот финт Коваленко. Все наверняка помнят замечательное спартаковское звено Прохоров, Болдин, Борщевский. Вот сегодня из этого звена мы видим Виталия Прохорова здесь. Коваленко, бросок в ближний. Мне кажется, это был бросок. Гусаров перехватил шайбу. Нет, не потерял ее. Хотя там не без нарушения. Прострел на Коваленко не пройдет, наверное, здесь. Ну, все это великая армейская школа, безусловно. Прохоров, Коваленко. Бросок. Коваленко отобрал шайбу. Прохоров открывается. Бросок Прохорова неточный. Да что ж Виталию сегодня? Ну, не прет просто вот ему и... Шепелеву, сколько уже было эпизодов, и Булит был в исполнении Прохорова, тоже неудачный. Уже еле живая, по-моему, там пятерка игроков Норильска. С катанием все в полном порядке, уже полностью, что называется, подавили оборону. Гимаев. Не очень точная передача, Буцаев пропустил шайбу на Прохорова. Прохоров там поборолся, борется с двумя. Тут Гусаров. Разница в габаритах большая. Буцаев. Прекрасный перевод на Коваленко. Тот на Прохорова. В принципе, можно уже накладывать одно звено на другое звездным. Поскольку проброса нет. А здесь Гимаев не успел. Зато успел Цонич подстраховать. Давай, Виталий. Гусарову отдал. Вратарь уехал за ворота. Ворота пустые. Ну, а если ворота пустые, то забивает Сергей Шепелев. Вот он сегодня тоже не забивал. Появился со скамейки запасных и стал автором своей первой шайбы в этом матче. Такая длинная смена получилась у этого звена, что, в общем, в конце концов, стали менять хоккеистов по ходу. Гусаров там улыбается.
Сергей Шепелев, потрясающий спартаковец 80-х. Еще одно замечательное спартаковское звено. Шалимов, Шепелев, Капустин. Он в разных сочетаниях играл. Там появлялся Александр Кожевников. Так, ну это Мишуков. Шайбу потерял. Но нарушение правил. Да, было нарушение правил. Цепляли Мишукова. Сейчас будет еще один штрафной бросок. Подустали, по-моему, ребята из Норильска. Да, как ни странно, вы знаете, поначалу вот по раскатке мне казалось, что они должны быть пободрее. А выяснилось, нет. Ну что же, девушка так хорошо пела. Да, Фомин, конечно, нарушал правила. Какие вы еще звенья вспомнить? Ну, я уже говорил про Светлова, Семенова, Яшина, вернее, не говорил. Ковалев, Жамнов, Петренко. Из этого звена мы только Алексея Жамнова видим. Ну, теперь уже другой голкипер, Денис Кононов, творит чудеса. Сегодня Булиты не забивает команда «Легенд». У нее и без этого все хорошо получается. И у Мишукова все сегодня хорошо получается, но... Все, кроме Булитов. Ну, а что касается армейских звеньев, то тут можно, собственно, наверное, отдельную просто песню складывать. Про великую КЛМ я уже сказал. Естественно, и Хомутов, Быков, Каменский. Ну, что вспоминать. В общем, супер люди. Шепелев, Леонов. Мишуков. Ильин. Шепелев. Нет, не сумел попасть по шайбе. Ильин. Тяжело удается. Третий период уже в команде из Норильска. Сколько потерь шайбы. Легенда имеет большое преимущество. Сейчас 10-7. Хватит силы Уткина поддержать атаку. Да, Коростылев. Ну что, должна быть передача вдоль ворот. Передача немножко долгая. И передача не совсем удобная для Уткина, чтобы подставлять здесь клюшку. Но молодцы, ускорились. Ногами доработали оба хоккеиста из Норильска. И еще один момент создали. Это гол. Филиппов забрасывает эту шайбу. 18 номер. Виктор Филиппов. Делая счет таким образом, ну, чуть более таким. Не таким разгромным в пользу легенд. Которые, конечно, сегодня должны эту встречу выиграть. Но, опять же, повторюсь. Особенно к третьему периоду, когда уже все-таки у любителей... Уже, может быть, и ноги не очень хорошо работают, уже нет того былого движения, но, тем не менее, молодец Филиппов тоже. Хорошо обыграл вратаря. Виктор Филиппов, автор шайбы. Ну, а сейчас Алексей Жамнов. Вот Игорь Мишуков, про которого мы сегодня уже неоднократно вспоминали, который Булит не забил, а две шайбы забросил. Зато, наверное, стоит рассказать о его тоже очень яркой хоккейной биографии, поскольку человек поиграл сразу за несколько московских команд, и не только московских. Ну, вот сейчас посмотрим. Путанов. Можно пас, еще одну передачу можно сделать. Да, собственно, она и получилась, но не до конца, не доиграли этот эпизод хоккеисты из Норильска. А теперь Могильный, Жамнов.
Жанов, Касатонов. Ну, Касатонов прав, наверное, в этой ситуации. Стал бросать, уже не стал прямо совсем мудрить. Уже и так столько передач прошло. Бросил и вновь выиграл голкипер. Егор Пешуков стал чемпионом страны ЦСКА. Затем выиграл серебро с воскресенским «Химиком». Ну а затем достаточно долго играл за «Спартак», за московский, который возглавляли и сначала Борис Майоров, Борис Александрович Майоров, Александр Сергеевич Якушев. Затем играл за границей. В общем, я думаю, что много болельщиков его помнят. Ну а Валерий Каменский делает хет-трик. Тем временем, насколько я понимаю, нет у меня протокола, но не записываю автора шайбы, очень много, но, по-моему, это третья шайба Каменского. Ну, давайте посмотрим. Жамнов могильный в ассистентах. Жамнов в порядке. Алексей, главный тренер сборной России, в порядке. А главное, посмотрите, как они заполняют пространство. Вот даже вот сейчас, даже уже не обладая таким катанием, насколько каждый маневр, каждое движение, они все находятся на своих местах. Большие мастера. И смотреть за их игрой очень приятно. Ну что, прошла, в принципе, передача на Могильного. Через борт вошла шайба в зону. Дегтярев открывается на пятачке. До шайбы не добрался. И теперь попытка завернуть шайбу с неудобной руки. Вот до конца не удалось Владимиру Белову. Он сегодня одну шайбу забросил. Наверное, самую красивую в составе хоккеистов Норильска. И 5 минут с небольшим остается до конца этого матча. Будет окончательный счет, не скажу вам. 11-8. В принципе, бывали здесь счета и покрупнее. Было вот и, по-моему, 14-14. Но этот счет, я думаю, еще голы будут. Одну-две шайбы мы наверняка еще увидим. Может быть, вот прямо сейчас увидим. Может быть. Нет, бросок Уткина, который мог хет-трик делать в ближний угол, не получился. Ну что, у нас только Прохоров, который очень старался сегодня, Виталий, свой гол никак не забьет. Может, уже и не успеет сегодня. Так. Гусаров очень хотел сейчас помочь Прохорову. И передача не прошла. И Уткин тоже не забил. Так. Ну вот Прохоров. Пас на Буцаева. А Буцаев, Вячеслав, шайбу не принял. Как следует. Коваленко. Прохоров на дальней штанге открывается. Коваленко тоже не очень удачно сыграл. Путанов. Уткин открывается под передачу. Получает эту передачу и не забивает. Не сумел переиграть. Ну, ничего второго голкипера сборной «Легенд». А тем временем 3,5 минуты. Еще бросок. Очень хочется Николаю Уткину сделать хет-трик. Он капитан команды. Он, безусловно, ее лидер. Коваленко. Передача на... Да что ж такое? Я просто думаю, случится, не случится. На Буцаева. Буцаев отдавал на Прохорова, а Прохоров опять не забил. Я просто вижу, как Виталию хочется это сделать. Ну а пока Борисов. Перевод шайбы на дальнюю штангу. И здесь не удается отличиться Евгению Никитину, 91-му номеру. Снова Коваленко. Шепелев, Коваленко, не прошла передача, но здесь запутались хоккеисты Норильска. Удаление.
нарушал правила Коваленко. Тут, очевидно, умышленно. Посмотрим, кто будет выполнять буллит. Видимо, тот, на ком нарушили правила. Да, Фантавис Хаматинов будет исполнять буллит. Кажется. Или нет? Нет. Это Виталий Фомин. Нет. Тоже нет. Это Евгений Никитин. 91-й номер. Как интересно, да, сегодня? Вот хоккеисты из Норильска свои буллиты забивают. Молодцы. Публика очень живо реагирует. Публика по-настоящему за них болеет. Она действительно им сопереживает. Перед матчем здесь Дмитрий Дерунец, ведущий этого шоу, без сомнения. Он прямо задал вопрос трибунам: вы за кого болеть будете, за Легенд или за Норильск? И там даже вариантов не было. Даже выбора никакого не стояло. Очевидно, этот вопрос был решен в пользу своих. Как бы здесь не любили и не уважали великих хоккеистов недавнего и давнего прошлого. Две минуты без малого остается до конца третьего периода. Так, 11-9. Ну что, сколько мы шайб еще увидим? Одну или две? Леонов, Шаргородский. Шепелев. Леонов. Через Ильина сыграл. Леонов. Снова Леонов. Никого нет на пятачке. Вот только теперь-то приехал Шепелев. Ну, может быть, у этого звена чуть не так хорошо взаимопонимание в этом сочетании работает. Нет такой вот красоты командного движения. Сейчас Ильин ошибается в передаче. И что, даже получится убежать. 1-1. Выход 1-1. Момент. Ну, как бы тут перемудрил. 23 номер Андрей Гуляев. Ну что, накажут звезды? Нет, Ильин бросок не очень хороший получился. Уткин просит передачу, не видят его партнеры. И бросок с острого угла. Очень хотелось в этой ситуации Рамилю Аскарову самому решить этот эпизод. Шепелев. Так, что у нас со временем? А время-то все. Времени практически не осталось. Уткин. Все, даже на этот бросок времени уже не осталось. И матч окончен. Матч окончен. Матч, в котором победу одержали Легенды хоккея. Интересная, красивая, самое главное, захватывающая. Такая настоящая, содержательная, в первую очередь, игра у нас получилась. Игра, в которой победа осталась, наверное, за теми, за кем она и должна была закончиться. 11-9. Но, тем не менее, молодцы ребята из Норильска. Вообще, когда ты играешь против таких людей, против которых они сегодня играли, это уже само по себе круто. А тут еще и 9 забили. А главное, публика довольна. Да все довольны, наверное. Я думаю, что те, кто смотрел этот матч, время даром не потратил, а наоборот, получил удовольствие от того, что увидел на льду искренний, настоящий, благотворительный хоккейный матч. Я получил удовольствие вместе с вами. Ну и сейчас нам остается только посмотреть послематчевую церемонию. Согласен я с Димой Дерунцом. Действительно, огромное спасибо энергии болельщиков. Такие матчи без болельщиков ничего не стоят.
Все настоящее, все живое. Сейчас вы не видите, как хоккеисты приветствуют болельщиков. Они это заслужили. И хоккеисты, и болельщики заслужили такой игры. Очень приятно играть при полных трибунах. Всегда. Ну что, посмотрим. У нас ждет еще небольшая церемония в самом конце. Церемония... которая будет иметь еще и благотворительную часть. Друзья, как вы знаете, ежегодно собранное на наших матчах сумма удваивается. Однако сегодня в честь юбилейной... Поскольку у нас пятая игра сегодня юбилейная, то компания «Норникель» сегодня сумму благотворительную компании «Норильский никель» передаст для каждой из двух школ. По 2,5 миллиона рублей. Ну и спортивная школа по зимним видам спорта Норильска, а также воспитанники Центра развития зимних видов спорта города Дудинка получат сейчас специальные сертификаты, которые вручать будут Николай Уткин и Валерий Каменский. И вместе с ними и Алексей Жамнов. Ну и далее нас ждет фотографирование. И я думаю, что на этом нам уже стоит с вами попрощаться. Спасибо всем тем, кто эту встречу смотрел. По-моему, она получилась интересной, захватывающей, красивой, доброй, по-настоящему доброй, какой она и должна быть. С вами был Александр Кузьмак. Спасибо вам за внимание.